Re, viss ēters ir te. Полиция задержала преступницу, объявленную в международный розыск. 20-летнюю гражданку Латвии Ангелину Сацуку разыскивал Интерпол за нанесение тяжелых травм, которые привели к смерти человека. Преступление произошло в 2014 году. Задержать девушку удалось в минувшую субботу, после того, как в конце прошлой недели полиция вновь распространила ее фото. В 2018 году мы получили приговор. Преступница была объявлена в международный розыск. На тот момент преступница уже выехала из Латвии. Объявили ее в национальный и международный розыск. Сейчас она задержана, и в скором времени ее перевезут в Илгуцемскую тюрьму. Срок заключения 4 года. Известно, что во время конфликта Ангелина вместе с подельницей напала на женщину, сломала жертве части ребер. Это привело к травмам жизненно важных органов, в результате чего наступила смерть. Тело девушки прикрыли листьями и покинули место преступления. Ангелине было всего 15 лет. Несмотря на размещенную в СМИ информацию и сообщения от неравнодушных жителей, задержать ее удалось при вызове на другое происшествие.